Здесь каннабис продают. Еще тут что-то. Можно что-то купить, заказать. Амстердамский магазин травы. Прям такой, ничего себе. Ань, подожди. Ань. No. It's not problem if I make small video of your magazine for tourist. And first time see it. It is a Короче, смотри, да. Что, неплохой сувенирчик. Подержи вот эту штуку, пожалуйста. Смотри. Трубки для курения. У нас просто есть некоторые ребята. А, ты еще по-русски можешь? Я русская вообще. А, вот как. Даже так, однако. Круто. А сколько стоит? Мы продаем 1 грамм 20 евро, 2 грамма 30. 2 грамма выгоднее. Ага. Ага. А с каких пор легально? Это полтора года. Полтора года, да? Прикольно. Я, конечно, сам не курил никогда, но... Так, эта тема просто вся интересна, потому что у нас еще пока что это нелегально. Понятно. В Украине. Да, что-то к этому движется все, но у меня есть просто знакомые, которым эта тема вся интересна, я не мог пропустить этот магазин, чтобы им не показать. Она действительно с чем-то, да, если его есть? Да, но они больше все расслабляющие со вкусом, то есть это даже можно перевозить, потому что здесь ТНК не содержится, то есть не опьяняет. Это вот измельчитель, знаете? Триндер. Вообще круто. Превращается в часы. Чай, шоколад, конфеты, разная бумага с разными вкусами, сделанные с конопли, вишневики, или винограда, или арбуз. В общем, вот это, например, бумага только из табака, а не как из сидора. Ага. Все для людей. Кофе. Кофе? Да. Где? А, вот это? Банки, да. Нифига себе. Каннабиллион. Офигеть. А его печеньки. Можно переводить, да? Да, еду без проблем, потому что не все КПД. Ну, вот это да. Только ТГК нелегально. ТГК это то именно, что прям. А его что, просто расслабляет? Это расслабляет, скажем. На нервной работе помогает, да? Стресса, берем. Кока-кола с каннабисом, вообще огонь. Коля, я нашел тебе водичку, колу, как ты любишь, или как ты полюбишь. И семена. Капец. Охренеть, вот это да. А, то есть... Это как палку в землю воткнула, она растет, и эта штука... Нет, и семена так же, как обычное растение. Есть такие, как, знаете, под лампой специальные, Они считаются лучше? Ну, или они, как раз лучше тех, что... Тем, что они быстрее и меньше ухода требуют. Ага. А те, которые... Ну, они меньше по количеству, да. А те, которые дольше, они больше просто разрастаются и дольше растут. Угу. Вообще, конечно. Не, ну... Это фильтры. Фильтры, которые, как говорят, что они... Ну да, видно. Да, карбоне, типа как активные. То есть они задерживают всю
угарное, скажем. Да, скажем, все токсические вещества. Ага. Там прямо внутри находится уголь. Ну, так как, знаете, на кран фильтр одевается. Да, и, да. Когда замешиваешь все химическое, то же самое, даже прикол. Да, интересный, конечно, у вас магазинчик. А, и... Да. Чтобы руки были вообще класс. Или терка такая, тоже учитель. Блин, смотри, сколько всяких разных интересных приспособ. Прям вот аж глаза вот и да, там играешь, поиграл, затянулся, пошел, поехал дальше. Да, чтобы на паузу не ставить игру. Вообще круто. Это вот как бонды, например. Обычный бонг, но только пластиковый. Заводской такой, скажем. Стеклянный, он разбивается, а этот он никогда не разбивается. А, это более вечный, да. Ну, пластиковый, да, внутри стеклянный. Сюда заправил, воды налил там или какой-то другой смеси. Да, сюда. И погнал. Капец. Да, круто, конечно. Я думаю, если я выложу это видео в интернете, то мне заказов поступят, будут просить карточку, давай я тебе денег скину, привези, вышли. Есть даже информация, такой вид, как он называется, вапорайзер. Вейп, короче. Сюда кладется трава, например, то есть не жидкость, ничего. Но нифига себе. Он так же, как айкос, он не жжет, а именно греет. Убирает, да, весь, как тост делает, весь вкус. А это стеклянная такая, как тоже трубка. Интересно. Такая она. Она получается с одной стороны заправляется, ну можно с любой, наполняется полностью либо табаком, ага. Каннабисом так перекручивается, потом открывается с другой стороны. Здесь поджигается, курится, то есть она вся полностью наполняется дымом. А-а-а. И когда сгорает здесь трава, например, можно вперед, получается, да, вот в эту сторону прокручивать, а-а-а. И каждый раз будет свежая. А, я понял. Падает та, которая сгорела, без того, чтобы поджигать, ну, можно поджигать, да, но можно оставлять. И так же закрывается. Смотри, сколько изобретений, блин, самый разных. Самый факт, что она полностью наполняется дымом, то есть она так же, как вон, много дыма. Угу. И стекла, например. Еще и стекла. Да, конечно, интересно. Я это. Не подумала, что это. Что, знаешь, что-то никогда этим не увлекался, но очень интересно. Навалиться, чтобы... Не знаю, плохо, потом это кардия вызывает. Это поэтому вся в гарантии, вся проверена. Даже пенсионеры покупают. Даже так? Да. Ну, у нас мы им информацию даем, что здесь... Это даже так и есть. Доктора прописывают против боли, артроз, диабет. То есть, ну, многие люди изучают, доктора... В лечебных целях, собственно. Да. Ну, поэтому ее почему хотят в первую очередь даже реализовать. Ну, лично, ну, как бы я считаю, это лучше, чем алкоголь намного. Конечно, потому что от каннабиса не уходит, от алкоголя, от табака. От алкоголя и, в общем, и ругаются, и агрессия, и все остальное. Найдите мне хоть одного курящего каннабис агрессивного человека. Ни одного не найдете. Или которому стало плохо, или, ну, естественно, все виды продуктов нужно. Кофе тоже, если ты там перегнешь, тебе плохо. Не, ну, конечно. Да. Пакеты, делать, универсальный материал. Потом водопроводчики перематывают трубы, что угодно, даже бензин топливо. Можно делать. Что угодно. Просто это невыгодно, потому что это дешевый продукт, который каждый вырастет и будет, ну, как хочет использовать. Ну, да. Выгоднее пластика, выгоднее делать пакеты полностью.
Дейтин, например, в Колорадо, когда легализовали, они вообще стали одним из самых богатых штатов. Малюсенький штат за год буквально все долги погасил, которые имеют. Потому что черный рынок всегда был и будет. Кто курит, конечно, будет. Да, конечно. Главное, что даже там, пускай, так назовем, чиновники богатые, они тоже курят, но легализовать почему-то это не сильно спешат. Окей. Спасибо за... Запретный, знает, запретный это, плод сладок. Он тоже ждет, когда там его можно, в 18 придумает попробовать. Или там еще раньше с друзьями на улице, кто-то притащит и химическую. Опасная жена, которая как Space, это химическая. Да, да, да. Там ничего не надо, там таблетки растащили, какой-то провод перемешивают, типа каннабис. Ну да. Выбирай. Ну, да. Он не понимает надобности, зачем что-то запретить, вот именно пойти против. Поэтому говорят, надо детям всегда рассказывать все виды, какие есть наркотики, чего, просто что они происходят. Нет мысли попробовать там кокаин, как показали первый раз. Такое совсем профессиональное, скажем, агрессивное. Какой? Конопляный? Нет, не конопляный. Пластиковый конопляный, нет, может быть? Конопляные, они бы вообще служили, были бы многоразовые, как сумки, ну, да. Как вот эти есть. Но именно из волокон, собственно, этого растения делается, да. Я так понял, да? Да. Мало ли, может, как научились. Он из молока, из, короче, дел... Из молока, на основе молока существует пластик биоразлагаемый. Очень похож на ПЛА-пластик. Очень похож на ПЛА-пластик, которым печатают на 3D-принтере. За 2 года он превращается в труху, если лежит на улице. Биоразлагаемый. Что ты берешь? Пакеты есть эти, да. Но здесь, например, вообще сейчас ситуация, что есть, что время вчера показывали. Проблема пластика и море. Да, да, блин, так мы приехали вот впервые в Италии, и сейчас так грязно на улицах, очень везде. На самом деле это тоже бизнес, там такая история, не то, что люди кидают и забивают, и все. Это история за историей, потому что здесь, например, мафия, она свозит вообще, ну, как со всех разных городов Европы, они получают деньги там за то, чтобы увезти мусор и как бы переработать. Но, естественно, никто его не довозит до переработки, его просто расшвыривают, где можно. И очистительные компании тоже там целая история. У них там тоже своя цель, например, больше за ночь якобы собрать по районам мусора. Но они просто отмечаются во многих местах. Вчера их показывали буквально по новостям. Отмечаются, якобы они собрали, но они даже не объезжают ночами, там здесь как штрих-код, там не отпечатывают, что они якобы забрали этот мусор. Да-да. Оставляют они мусор. Поэтому там тоже все никак, не то, что люди свинячки. Ну, куда-то же тоже девать это все надо, а когда оно накапливается и от людей, и от, вот, собственно, от этой мафии, то да.
Печеньки за 7 евро, на самом деле не так уж и дорого. Конопли, не найдете. Да, еще да. Да. Даже официальный чек. Хорошо, спасибо. Отлично. Визитка, скажем, да? Так что прорекламирую, пускай ребята заезжают в Неаполь. Да. Ну, да. Мы тут впервые увидели, поэтому ссылка сюда. Вот мы сейчас, в принципе, туда... Мы как раз туда идем, да, сейчас. Спасибо. Пока.